положено начало строительства будущего города, который позже назван Петропавловской крепостью. Эту дату считают днем рождения города Санкт-Петербурга. В далеком 1871 году в маленьком городке Верхоянск по инициативе полицейского Ивана Александровича Куликова было открыто одноклассное приходское училище Министерства народного просвещения. Местный купец Семен Горохов отдал для школы четырехкомнатный флигель своего дома. Первым учителем пятерых ребят стал Епим Попов, казак якутского казачьего полка. Вот так зародилась наша школа. Это был первый шаг к просвещению. А что было дальше? А дальше образование постепенно развивалось. В 1874 году открывается пансионат для инородцев. Сын Семена Горохова, Никита Семенович, отдает свой жилой дом для пансионата. Также обеспечивает учебными принадлежностями. Он выписывал из книжных магазинов Санкт-Петербурга самые современные и передовые для той эпохи учебники и пособия. Учителем назначается казак-пятидесятник Иван Братчиков. Я даю, чтобы ты это хорошо учился. Ты тоже, чтобы хорошо учился. В 1892 году начала работу церковно-приходская школа при Благовещенской церкви. Надо сказать, что формирование и развитие Верхоянской школы в дореволюционный период является белым пятном в летописи как Верхоянска, так и всего региона. За эти годы немало прежних учителей проработали здесь. В основном это были работники церкви. В сентябре 1907 года Верхоянское училище становится двухклассным, где обучался 31 учащийся. Учителями работали семья Яныгиных. Под их руководством проводились первые опыты по выращиванию картофеля и капусты на поле сельхоза. В 1917 год уже были открыты 4 класса обучения. И грянула гражданская война, которая дошла и до крайних уголков севера. Эта война прошлась по самому живому, по семейным узам, народному самосознанию и умам людей. Наши выпускники Верхоянского училища стали известными участниками революционных событий. Георгий Семенович Ефимов, братья Афанасий и Василий Новгородовы, Михаил Лаврентьевич Новгородов, Михаил Владимирович Колмогоров,
Иннокентий Ильич Амосов и другие. В 1923 году началась осада города Верхоянска наступательными отрядами белогвардейцев. Учебные занятия в школе были приостановлены. В 1924 году в Верхоянской школе создается первый на Крайнем Севере пионерский отряд, организатором которого выступил выпускник школы, секретарь местной комсомольской ячейки Михаил Владимирович Колмогоров. Путь готов! Всегда готов! В 1939 году образовывается восьмиклассное обучение, а в 1942 году состоялся первый выпуск 10 класса. Это братья Дмитрий и Михаил Христофоровичи Васильевы, Нил Ильич Максимовский, Василий Павлович Наговица, Анна Дмитриевна Чирикова, Дмитрий Йонович Юмшанов. Поздравляю вас от имени школы с успешным окончанием полного 10 класса. Теперь вы отправляетесь строить новое прекрасное будущее. Президиума Верховного Совета ЕАССР в 1947 году в Верхоянской школе присвоено имя Михаила Лаврентьевича Новгородова, выпускника двухклассного училища, активного ревкомовца, командира сводного добровольческого отряда. В 1959 году в Верхоянске было построено типовое двухэтажное здание семилетней школы. Образование развивалось. Были введены новые учебные предметы. Учителя работали над совершенствованием уроков. За эти годы выпущено немало учащихся, которыми гордится Верхоянская школа. С 1993 года школа начала работать по экспериментальному проекту директора школы Иннокентия Васильевича Рожина «Учебный год в условиях Заполярья». Иннокентий Васильевич – почетный гражданин Республики Саха-Якутия, заслуженный учитель ЕАССР, заслуженный работник культуры РСФСР, учитель учителей Республики Саха-Якутия всю свою жизнь и деятельность посвятил развитию образования и воспитания. Эксперимент под его руководством был проведен в 1993-98 годах с изучением биологического ритма арктического человека в условиях Заполярья. Результат эксперимента был одобрен и рекомендован для распространения. И школа становилась трехкратным победителем всероссийского конкурса «Школа года России». Иннокентий Васильевич признан директором года России. В 2004-2005 учебном году открыты первые гимназические классы.
Инициаторами выступили директор школы Юмсанова Маргарита Николаевна и Бережнева Марфа Егоровна, заместитель директора в сотрудничестве с Ахабельгийской гимназией. В 2006 году был проведен международный семинар Совета Европы по теме «Межкультурный диалог через образование». Верхоянская школа становится ассоциированной школой ЮНЕСКО. И самым знаменательным событием в жизни всех верхоянцев стало строительство новой каменной школы, где мы продолжаем постигать азы знаний в комфортных современных условиях. Мы, школьники Верхоянской школы, от всей души благодарим наше правительство Республики Саха-Якутия за столь высокое внимание детям Арктики. Школа подобна саду, в котором традиции уходят корнями глубоко в землю, а ветви могучих деревьев тянутся к небу, так же, как ученики тянутся к знаниям. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. И вам хорошего дня учебы. Добро пожаловать в наш уютный, светлый дом знаний, Верхоянскую среднюю общеобразовательную школу имени Михаила Лаврентьевича Новгородова. Вот уже 150 лет наша школа светит знаний на бескрайних просторах полюса холода. И мы, учащиеся 8 класса, Лера Гуляева и Василий Ярослав, сегодня покажем и расскажем о нашей замечательной современной школе на полюсе холода. Но сначала познакомим вас с директором школы Юмшановой Маргаритой Николаевной. Давайте пойдемте к ней. Здравствуйте. Здравствуйте. Это пост охраны и видеонаблюдений. Это кабинет завуча. Здравствуйте, Геннадий. Доброе утро. Доброе утро, ребята. Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас от имени коллектива Верхоянской средней школы имени Михаила Лаврентьевича Новгородова, школы, которая отмечает в этом году 150-летний юбилей. Но сегодня наша любимая школа уверенно смотрит в будущее, внедряя новые перспективные программы и проекты по повышению качества общего образования. В школе сегодня 188 учащихся, 16 классов комплектов и действует пришкольный интернат. Но перенимая опыт старшего поколения педагогов, с кипучей энергией и энтузиазмом вносят свой вклад в дело обучения и воспитания наши молодые педагоги, в основном это выпускники нашей школы. 70% педагогов нашей школы являются именно выпускниками родной школы. Так, мы хотим отметить сегодня достижения наших учащихся, вот они, которые обогащают историю школы своими успехами, достигая результаты в учебной деятельности, творческой, спортивной и научно-исследовательской. Среди них лауреаты, победители международных, всероссийских конкурсов, научно-практических конференций «Шаг в будущее», так, республиканских спортивных соревнований, олимпиад и творческих конкурсов. Так, и школа по праву гордится своими выпускниками-медалистами. Но первым медалистом Верхоянской школы удостоен был этой высокой награды Алексей Портнягин, выпускник 1996 года. И в память о котором ежегодно проводится именно слет отличников Верхоянского района целью поддержки одаренных детей района. Верхоянская школа является участником федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта образования. Его творческими группами учителей были разработаны функциональные модули, как компьютерная графика,
робототехника, студия дизайна и рукоделия, цифровые лаборатории. И в работе с данными модулями именно ведется активная работа по использованию всех возможностей цифровой образовательной среды. В Верхоянской школе 17 классных коллективов, 17 классных руководителей. И все они имеют свою изюминку в деле воспитания классных коллективов. Мы сейчас ищем новые пути, новые подходы. И, как мне кажется, находимся на важном моменте становления нового сознания верхоянца. В этом, надеюсь, нам поможет реализация комплексной региональной программы РКЭЙ. В данное время мы обсуждаем программу, изыскиваем новые подходы, опираясь на уже имеющийся опыт. Коллектив учителей Верхоянской школы делится на методические объединения, которые называют микрошколами. В 80-х годах на основе идеи интеграции смежных учебных предметов по областям образования созданы методические объединения микрошколы, которые представляют целостную школу-комплекс. Автором данного проекта является Рожин Иннокентий Васильевич, директор школы до 2002 года. Это человек, воплотивший в жизнь научный эксперимент «Учебный год». Микрошколы стали центрами организации учебно-воспитательного процесса, включая вторую половину дня, центрами умственного, духовного, физического развития в управлении школой по вертикали и горизонтали. Через непрерывное повышение уровня профессионального мастерства и компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС, воспитание личности, подготовленной конкурентоспособной в мире высоких технологий. Лера, слышишь? А что за звуки? Не помнишь, как сам бегал по коридорам начальной школы? А давай к ним зайдем. Пошли. По школьным коридорам бегает счастливое детство. В начальных классах знания даются легко и непринужденно, а перемена – долгожданное событие. Тут и большой портфель – не помеха для забавы. Звонкий смех, салочки в коридоре, интересные уроки, первые успехи, голос родного учителя. Так протекает жизнь в начальной школе. Здесь обучается 68 учащихся. При поступлении в школу дети и их родители могут выбрать язык обучения как на родном якутском, так и на русском. Всего 8 классов комплектов, где работают опытные педагоги. Куда ты так спешишь? Сам тоже так носился по коридору. Смотри, он зашел к нашей первой учительнице, Елене Семеновне. Дай заглянем. Здравствуйте. 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 Днем прибавить два, по слогам читать слова. Учит в школе, учит в школе, учит в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учит в школе, учит в школе, учит в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учит в школе, учит в школе, учит в школе. Ходить востокою, рисовать квадраты круг. Учит в школе, учит в школе, учит в школе. И не путать никогда острова и города. Учит в школе, учит в школе, учит в школе. Сердях мой глаг волуга идти. Я сюрен богом того нурбутум. Олулем бо кенегера раю региональной. Агылырга кытты бытым алулебинен, онна бо этнопедагогические идеи в системе. Школа, семья, социум деньги алулем бо бечаттынан кирбите. Ого-го, вообще, нан бо осколага детсаттан келем баран, ан бастан кин адаптацияны барарыгар
көме болар көрдігіне оға, веренәтмін, веренәтшевін дегені бәйтін білінектәғі. Деммін, бұл маңның жарықтары талпытым. Онтан екіз класқа қолы бұра үшіге еңірден, оға үші бұл маңнайғы клаға бітерен баран кені үші бұл жануарыгын көмілі өрін, үнәйіне қарыстырын, айылғаға сылжан, айылғаны қарыстырын еген әме балықта, білекта, демен қолы бұра бұл жарықтар бұн үшіге еңірден аттаны бұтым. Үхіз класқа қолы бұра оға майғы кейден. Олата бұл үхіз класқа оға ұжы майғыта сағыланар, майғыта олықтыныр көме болар. Оның бұлдағына бұл темалары әме нардан қолы бұра қарыстаннан болу, жон кейдті, генден күхірар күхаған. Спасибо, Елена Семеновна. До свидания. До свидания. Пойдем дальше. А это урок по ментальной арифметике. Этот урок ведет Любовь Ильинична. Она у нас строгая, но справедливая. Одна из самых опытных учителей. Скажите, вот это черное, это что? С 1981 года работаю здесь. Выпустила 13 выпусков. И передо мной после каждого нового выпуска стояла проблема, как еще лучше работать, как выполнить задачи, поставленные перед учителем. Переработала я очень много разных технологий, методик, программ. Это блочная подача учебного материала. Это школа 2100, это гармония и школа России. Участвую я сама в республиканских, российских, международных конференциях по итогам опубликованной моей работы вот в таких научных изданиях. Успешно защитила свои авторские программы в Санкт-Петербурге по внеурочной деятельности. И эту работу я активно внедряю в свою. Дети мои успешно участвуют в различных олимпиадах, конкурсах, в исследовательской работе, научно-практической конференции, юный изыскатель, международных конференциях. Как мы знаем, что на Крайнем Севере у нас со здоровьем не очень важно. И школа, как и медицинские образования, медицинские учреждения должны помогать укреплять здоровье детей на Крайнем Севере. И вместе с родителями мы каждую весну, каждого года шли на подледную рыбалку. У меня в этом классе была только одна девочка, и в основном все мальчики. В конце, значит, мы подводим итоги, медицинский мониторинг проводят. И получилось, что вот за 4 года, за один выпуск, у детей намного-намного укрепилось здоровье. Меньше стали они болеть. ОРЗИ, вообще они уже не знали, что это такое. ОРВИ, вот такие болезни простудные, они уже не были подвержены. Сейчас мы познакомимся с самым главным человеком в начальной школе. Это руководитель микрошколы детства Екатерина Ивановна Слепцова. Здравствуйте, Екатерина Ивановна. В микрошколе детства работают 8 учителей начальных классов. Обучение ведется на основе основной образовательной программы начального общего образования и авторской программы учебно-методического комплекта «Школа России». По ментальной арифметике ведется опытными учителями Слепцовой Любовью Ильиничной, Гороховой Алиной Трофимовной и Слепцовой Екатериной Ивановной. Также микрошкола детства ряд лет работает по проекту «Мой отец, моя опора». Проект успешно прошел защиту в городе Санкт-Петербурге в 2014 году.
Учителя начальных классов участвовали в разработке методических пособий и авторских программ школы по проекту «Ценности циркумполярной цивилизации в арктических образовательных программах в рамках ФГОС общего образования». В данном инновационном проекте школы учителя разработали авторские программы для разновозрастных групп. Наш второй дом. Каждое утро нас встречает добрая учительница, которую мы любим. В школе я познакомился со своими друзьями. Она научила нас дружить. Это место, где я получаю образование, учебу и физическую подготовку. И школа нам не только знания дает, но и уверенность. А теперь нам пора на свой урок. У нас сейчас какой? Физика. Пошли. А что такое точка роста? Точка роста. Радость всем нам открывает двери точка роста. Пусть дань традициям, которые мы чтим, разрезана сегодня будет лента перед прекрасным будущим твоим. Наш Центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» открыто. В этом учебном году при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта «Образование» на базе Верхоянской школы был создан Центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Целью его создания является совершенствование условий для повышения качества образования, расширение возможностей обучающихся в освоении таких предметов, как физика, химия, биология. Да, я понял. Точка роста – это, конечно, современные классы, компьютеры и ноутбуки, мультимедийные устройства и новые технологии. Но прежде всего, это наши учителя. И нам сейчас об этом расскажет Константинова Мария Трофимовна. Наша микрошкола ЕМЦ объединяет 8 учителей естественно-математического цикла. Наша работа направлена на повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, развитие и повышение его творческого потенциала, совершенствование учебного воспитательного процесса. Микрошкола работает в тесном контакте с другими организациями района. Центром детско-юношеского туризма и экскурсий, летними эколого-оздоровительными лагерями, управлением лесного хозяйства, Верхоянским улусным краеведческим музеем «Полюс холода». Учащиеся успешно занимаются научно-исследовательской работой в летнем эколого-оздоровительном лагере, участвуют в туристско-краеведческих экспедициях. По результатам данных исследований пишут научные доклады, занимают призовые места в региональном, в республиканском турах научно-практических конференций «Шаг в будущее». С нынешнего учебного года в ряды педагогов-экологов вошли наши молодые учителя Стручкова Проскова Егоровна, учитель химии, и Игнатьев Иван Иванович, учитель биологии. Они работают над разработкой новой экологической тропы, сотрудничают с районным детским центром. Тропа называется «Живая вода». Учителя микрошколы естественно-математического цикла Горохова Татьяна Васильевна и Слепцова Надежда Николаевна успешно занимаются научно-исследовательской работой. Одной из важных форм организации этой работы является полевая практика.
Ежегодно они организуют летние экспедиции, в ходе которых наши учащиеся собирают научно-исследовательский материал. По результатам работы пишут доклады и принимают участие в научно-практических конференциях, где достигают высокие результаты. В этом учебном году при поддержке Министерства просвещения в рамках реализации национального проекта образования наша школа получила оборудование по проекту «Точка роста» по трем учебным дисциплинам – биология, химия, физика. Лера, а что мы все о науке, да о науке? Не пора ли нам подкрепиться? Да, самое время. В нашей столовой кормят вкусными завтраками и обедами наши повара Стручкова Зоя Христофоровна, Стручкова Маргарита Ивановна, посудницей работает Стручкова Виктория Егоровна. Спасибо им. Мы и подкрепились. Да, вкусно было. О, смотри, Витя идет. Он, кажется, в библиотеку. А давай за ним. Здравствуйте, Марфа Николаевна и Евдокия Васильевна. Прошу сдавать книги. Здравствуй, Витя. Про что? Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Все, прошу. История библиотечного дела Верхоянской школы началась в феврале 1873 года, когда Санкт-Петербургский комитет грамотности прислал Верхоянское училище 227 экземпляров различной литературы. Сейчас фонд школьной библиотеки насчитывает около 30 тысяч книг. К юбилею родной школы в библиотеке оформлены стенды, посвященные учителям и выпускникам Верхоянской школы. Первый стенд этой выставки рассказывает об Иннокентии Васильевиче Рожине, прославленном директоре и его библиографии. Здесь книги о жизни, учительстве Иннокентия Васильевича и его труды по истории Верхоянской школы и о развитии образования в Верхояне. На втором стенде представлено творчество выпускников нашей школы, писателей и поэтов Христофора Горохова, Василия Дедюкина, Моисея Ефимова, Виктора Стручкова и Степана Юмшанова, спортсмена и общественного деятеля Ивана Горохова и других. А также есть брошюры школьного издательства, сборники первых творческих шагов наших ребят. Третий стенд посвящен нашим учителям. Это книги Асташенковой Светланы Николаевны, ее поэтические сборники и книги о любимом предмете – физике, сборники стихов учителя русского языка и литературы, поэтессы Рожиной Любовь Иннокентьевны, труды краеведа Кириллиной Варвары Захаровны о знаменитом музее «Полюс холода», методические разработки учителя истории Слепцовой Зинаиды Алексеевны, книги прославленного спортсмена и тренера Портнягина Петра Васильевича, а также сборник воспоминаний о Чириковой Анне Дмитриевне, учителя якутского языка. Какая красота! Вау! Дашь поменять, пожалуйста? Это наш школьный театр МОД Квинтона Лыса и их руководитель Ефимова Евдокия Васильевна. Лера, теперь ты настоящая якутская красавица. Спасибо.
С 2009 года в школе плодотворно работает кружок «Уран-Тарбах» под руководством Ефимовой Евдокии Васильевны. Здесь учащиеся обучаются навыкам шитья, моделирования и конструирования, выделки шкур и так далее. В этом кружке используются разнообразные формы работы учащихся. Есть подиумные показы студии мод «Кюнтуналыса», который является победителем в номинации «Аутентичный костюм» национального праздника ИСЭХ 2017 в городе Москве. Бу улены Елен Сагалан Итар Евдокия Васильевна Ефимова. Бегекин илин бирге бухыллар тухары бирге лэлэн кэллэвит. Курухух ихнен раз састах оғалар кэлэнджарықтан аллар. Кенелер болғана бұл курухукка бирэр хайсханна болбаққа қасымет хайсханнан тэбістен өлэлэлэр. Бэлэра айарга, тутарга, истэнэр гөрэнэлэр. Студията күн тулыңсы ден. Эти буланы мэнэ мэлэллэватага бегеги бары билэвэйд иэлэн қоғып бол. Чайка дария, эрбэгара чимнаяқ алитэр бэрген ден олон қотуттан. Олон хагиройдарынан биге оңор буппутып, олен булагына бу эми хүддә улхан бире билеп бута, очолорго олон кону же бу чайка дарыны кеңник үрәтен эрәркен бидете. Бу самай бу жаңлар бир кен тутту булыр. Би хатурда хакытлынучтала Мария Васильевна Афанасьевна Васильева лөләбите, кини булагына кинигә таһаттар бута, каттыктан астар ген. Ха-ха, жаңа халыры кайдак тымныттан кырстаналарын. Буманны көрегот болады. Бу төбегәр кетен кайан кулга кырлыны бу кырыккан кырыстыр, бу сыңы яган кырыстыр, бу төскөн кырыстыр. О жаным тиха ен керегин. О жаным тиха ен нарынын. Сүрәктән таксар мин тулар бин истибекин. О Я соготов чаран мархама бүстанем соготов халарыма көрегей түйтен. Оны хүддәқ үшігей қайқалар бұлықтары дегені бін. Қалуыр үләхейд бұ хүддәқ құраттан тақсар маңы білелер. Сейчас мы находимся в актовом зале. Как раз идет репетиция учителя музыки Руслана Николаевича. Кенники тыңдағы дұрғаны сөргіте нам келеді. Тойды қана барды компьютер музыка та болған хабы та барды олейін. Анда келем мен осқола келем лиги беруже Маргарита Николаевна да бе бағана бұны пеппен кесіп едім. Оны кенники үйен білмей қаттан қатты көрендер уже аппаратура болып пут. Онда кендер бе олар белдіре аппа дұрған ден атта отыра группаларын гудыманнан Хотя постоянно полярная звезда, как это радует. Он первое место, лучший ансамбль, где куда было это. Он там улог, он бьет на барахам, это расходы. Он там и те кораллы рыл бы там бы. Кораллы. Он там бин бремнен, бремнен, нюретен, нюретен. Ого, кола, чахаран. И не господа, кола стахта была, он там чахан не натап, он бьет. Он там улог, он там улог, он уже ходили бы. Полярный удуска ходил бы ходили уже кранки нам поработать там он это лах там терпеть терпеть успонсор да на ходу белый а тех проезд на то лендер по якусика поработать Сылы бы патриат отжупит. Он бы олорын бит отделер, он олорын бит отделер, мадылар баз гитарии мэра халлы. Он меня
Наша школа тоже богата своими выпускниками, которые стали известными деятелями искусств не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. Это такие известные хореографы, как Охотина Клавдия Иннокентьевна, основатель Верхоянского народно-танцевального коллектива «Ныргэдэй», и Любовь Алексеевна Никитина, руководитель народного ансамбля «Гулун», звезды эстрады, певица Светлана Степанова «Олимпия», фокусник Алексей Гольдеров, воздушная цирковая артистка Евдокия Рожина, актриса театра и кино Мария Михалева-Горохова, художник Николай Гольдеров, музыкант-пианист, лауреат международных конкурсов Алексей Слепцов и многие другие. В нашем спортзале дети охотно занимаются спортом. Нас учат и развивают наши учителя, спортсмены Иван Андреевич Васильев, Попова Татьяна Михайловна и руководитель микрошколы здоровья Потапов Олимпий Андреевич. И современные многофункциональные спортивные площадки, которая стала возможным благодаря социальному гранту АО «Полиметалл» на вес золота. Мы уверены, что наши спортивные объекты станут центром притяжения всего города для гармоничного, духовного, физического развития детей и подростков. А для кого-то это станет первым шагом к спортивным достижениям. Эта дорожка для нас многое значит. У нас не было такой дорожки. Она почти профессиональная, можно сказать. И как мы видим, там в глубине площадка волейбольная, а также и баскетбольная площадка. Для нас, жителей севера, где проходят белые ночи, мы можем в летнее время спокойно заниматься с детьми этими игровыми видами спорта. Также у нас еще имеется футбольная площадка, построенная в 17 году, и поэтому для нас, трех учителей, разные площадки имеются для проведения уроков физической культуры. Школа Бутыгар, республика Гатия, Атаханю Тугар, местные роллер баллар, Олкурдук, Тан. Братты, войды братты Ильченкалар баллар, Витя он Нишаден, олар он тан атаханю туарамя республика Гастагана тугулдаг чемпионнары призёддар болалдар. Кыргыттар там боллагана билет анетемета Иванова Диана ден кысамя хүддашуйдык республика Гатиян кыттан хитилахты кыттан калбита. Ол курдык онна Потапов Рома ден амя весенний ласточка ден республиканский курахтыйга быйыл хас болбукка амя Юстагуллях республика чемпиона Волбута,
Эти годы олар атаганютынан, туынан, каньярынан угуян жартынадылар. Беге бо, бейл сүзбен сылыгаранан, тоқтан бірқан, арлақтан бірқансыға ке, каньяр пробеган ор бұп бұд. Бес оғы күтті бұта ол пробегка, екі қонықтақ лыжын пробег бұл бұта. Тулудырын көндір біттірі, осы 12 километр айыннан кіл біттірі. Среди наших выпускников есть немало знатных спортсменов. Первый мастер международного класса по вольной борьбе Чириков Василий Васильевич. Мастера спорта по вольной борьбе Советского Союза братья Наговицыны. Мастера спорта по национальным прыжкам Иван Иванович Горохов, Иван Иванович Котельников и многие другие. С дымом в деревне мешаясь, к небу восходит. Странник, стоящий на холме, взором унылым, смотрит на бледную осень, томно вздыхает. Странник печальный. Вука! Сейчас мы находимся в блоке, где у нас кабинеты русского, английского, якутского языков и истории. Сейчас идет урок у руководителя микрошколы «Словесность» Кривошапкиной Ульяны Ильиничны. Так, теперь вспомним с вами главных героев повести «Бедная Лиза». Кто знает, что эти руки поднимают, она все объясняет. В самом начале повести. Сказ идет от рассказчика, от имени рассказчика. От имени рассказчика, да? Повествование идет от имени рассказчика. Да, хорошо, садись. Она добрая, трудолюбивая и очень нежная, умная, очень любит работать и трудиться. Микрошкола «Словесность» – это объединение учителей гуманитарного цикла. Сюда входят учителя якутского языка и литературы, национальной культуры, английского языка, истории и общества знания и русского языка и литературы. В данное время в микрошколе работают 8 учителей. Они продолжают добрые традиции, заложенные прекрасными педагогами, воспитавшими много поколений прекрасных выпускников. У нас сформирован большой опыт научно-исследовательской работы учащихся, которой успешно руководили педагоги-энтузиасты Рожина Любовь Иннокентьевна, Старостина Валентина Алексеевна, Слепцова Зинаида Алексеевна. Их дело продолжают Филиппова Инга Семеновна, Старостина Елена Семеновна, Васильева Акулина Степановна, Кривошапкина Ульяна Ильинична. Большое внимание в микрошколе уделяется дополнительному образованию, реализуемому в программах кружков и вуд погружений. Много лет ведется кружок «История школы в лицах», основателем которого является Слепцова Зинаида Алексеевна. Сейчас им руководит Филиппова Инга Семеновна. Программа кружка создана для того, чтобы обеспечить духовно-нравственное становление подрастающего поколения, познакомить детей с музейным делом, с музейным пространством, привить уважение к старшему поколению, школе, учителям. С 2019 года введена программа внеурочной деятельности новости школы «Полюса холода» для повышения
интереса детей к интеллектуальному творчеству, направленному на развитие речи, коммуникативных навыков, которые необходимо оперативно применять в той или иной жизненной ситуации. Программа осуществляется в рамках проекта «Воспитание и образование детей ценностям арктической циркумполярной цивилизации в педагогической среде полюса холода». Любовь к родному краю, знание его истории, его традиций – это основа, на которой осуществляется рост духовной культуры всего общества. Именно это положено в основу учебной программы «Я – дитя природы», руководителем которой является Ефимова Александра Дмитриевна. Все программы нашей микрошколы направлены на изучение, сохранение и приумножение исторического наследия, формирование творческой активности ребят в едином процессе освоения ими знаний и представления об истории, литературе родного языка, родного улуса, культуры родного народа, обычаях и традициях, национальных и этнокультурных ценностях народов, населяющих наш Верхоянский район. Hello, children! В кабинете истории расположено оборудование цифровой образовательной среды единой информационной системы, которая объединяет всех участников образовательного процесса – учеников, учителей, родителей и администрацию школы. Главной задачей является создание современной и безопасной электронной образовательной среды, обеспечивающей доступность и высокое качество обучения на всех уровнях. Основной площадкой для реализации проекта «Цифровая образовательная среда» является кабинет информатики. Как видите, он оснащен современным оборудованием, который необходим для проведения Zoom-конференций, онлайн-занятий различного уровня, проведения и участия научно-практических конференций. Также это оборудование используется для работы в автоматической информационной системе «Сетевой город образования». Я ученик 8 класса Верхоянской средней школы. Тема моей работы – ботация районного краеведческого музея «Полюс холода. Определение и назначение».
прошлом году я участвовал в республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущее», где занял второе место, а также я участвовал в научно-практической конференции в городе Казани. С целью выявления и поддержки одаренных и увлеченных основами наук учащихся, стремящихся к научной деятельности, в школе действует научное общество учащихся «Сорел». Работа в нем ведется в разных формах – через индивидуальную деятельность с учащимися, групповую и массовую. В структуру школьного научного общества входят отделения, объединяющие разные предметы – иностранные языки, естественные науки, лингвистику, технологию, историю и общество знаний, основы безопасности жизнедеятельности. На занятиях секции общества учащиеся решают нестандартные олимпиадные задачи, знакомятся с новинками литературы по предметам, готовятся к участию в школьных городских олимпиадах, проводят исследования для участия в республиканских и всероссийских НПК. Члены научного общества нашей школы принимают активное участие в конкурсах и олимпиадах, выполняя различные исследовательские работы. Изучая предмет исследования, четко излагая материал, виртуозно отвечая на непростые вопросы, давая различные пояснения к своим экспериментам, юные исследователи уверенно идут по пути, именуемом научной деятельностью. Мы ежегодно участвуем на республиканских и научных практических конференциях, во всероссийских научно-практических конференциях, таких как «Юниор» в городе Москве, «Тропою открытий» Вернадского в Москве, «Открой в себе ученого» в Петербурге, международных интеллектуальных игр в Якутске, «Леонардо» в городе Москве, конкурса научно-исследовательских работ имени Менделеева в городе Москве, «Векторе», тоже в Москве, Поволжской научной конференции учащихся имени Лобачевского в Казани, от школьного проекта к профессиональной карьере в Саратове, международного форума лучших молодых умов планеты, молодежь мира вызовам современности и огромной, самой большой нашей научно-практической конференции «Шаг в будущее» в городе Москва. Также 10 учеников являются стипендиатами фонда «Баргары» и Малой академии наук Республики Саха-Якутия. А это кабинет педагога-организатора Николая Егоровича Горохова. Здесь идет заседание ученического самоуправления детской общественной организации «Искра». «Искра» – это аббревиатура от слов «интересные», «смелые», «креативные», «решительные активисты». Сегодня на повестке дня вопрос проведения дня дублера ко дню учителя. С 2009 года школа реализует также проект «Каникулы на полюсу холода». Дети самостоятельно приезжают со всех уголков нашего района, нашу школу на каникулы и имеют возможность 2-3 дня, пожив в интернате, прийти и посмотреть, как учатся школьники города Верхоянска. А наши школьники являются гидами, экскурсоводами, массовиками, затейниками. И этот проект «Культурно-образовательный туризм на полюсе холода» уже реализуется более 12 лет. Хочется отметить также большую поддержку от нашего родительского комитета. Наши родители помимо своей работы как-то уделяют внимание нашей школе и оказывают огромную помощь в проведении мероприятий спортивных, творческих в том числе. Проектов, конечно, очень много, но еще один – то, что мы живем в такой замечательной природе. Мы проводим в течение года конкурс «За честь класса», или же он у нас называется «Кубок школы», и дети соревнуются по спортивной, по творческой, по учебной деятельности. И в конце подводятся итоги, и лучшие классы ездят по району, посещают знаменательные наши туристические объекты, такие как Киселях, или же тот знаменитый провал близ Батагая, ну или другие школы, где также замечательная природа. На сегодняшний день, благодаря самоотверженному труду, энергии, опыту педагогов, Верхоянская школа занимает достойное место среди школ республики и России.
коллектив школы, сохраняя лучшие традиции сегодня, определяет перспективы развития учреждения, исходя из вызовов современности. Хочу я школе пожелать, хоть целый век еще стоять, пошире двери открывать, учиться детям помогать. Пусть и любишь школу дорогую, строгую, но добрую такую, не иссякнет мудрость поколений, всем успехов каждое мгновенье. Школа милая, родная, с юбилеем поздравляя, им пусть звенит звонок веселый, и всех зовет скорее в школу. Здесь счастливые детишки прочитают много книжек, здесь все дружат и мечтают, с каждым днем все больше знают. У нашей школы юбилей, всех поздравляем с этой датой. Ведь школа лучше и светлей, мы любим все ее, ребята. Пусть много-много лет подряд радушно двери открывает и любознательных ребят в свои объятия принимает. Вот и закончилось наше небольшое путешествие по Верхоянской школе. Вы смогли убедиться, что наша школа имеет богатую историю. И это только малая часть того, что мы успели вам рассказать. Еще раз поздравляем с юбилеем всех учащихся, учителей, родителей и выпускников. Пусть живет и процветает наша любимая школа. Спасибо, что вы были с нами. До новых встреч!